Успех в непрерывном развитии. Именно этим руководствуются саровские предприниматели. Еще в 2023 году бизнесмены в рамках акселератора начали работу над проектами, которые могут сделать бизнес и наш город лучше, доступнее и интереснее. Программа «Поддержка и развитие территорий присутствия госкорпорации «Росатом» реализуется в Сарове с 2020 года. Благодаря этой программе и ее реализации на территории города Саров наши молодые начинающие предприниматели получают уверенность, вдохновение, финансовую поддержку, опыт, грамотность финансовую. Мы каждые 4 года слушаем и видим новые лица, с удовольствием наблюдаем, как развиваются ребята. Сегодня наши начинающие, которые в 2020 году впервые приняли участие в этом мероприятии, известны всему городу. В этом году свои бизнес-идеи представили 12 участников, проекты которых имеют социальную направленность или влияют на качество жизни горожан. Среди 4 победителей – клуб робототехники и программирования для школьников и дошколят, кофейня в парке «Сосина», территория танца и культурно-эстетического развития детей и взрослых. Детская мастерская, в том числе для гостей СОВЗ. Эти инициативы получат поддержку более чем на 1 миллион рублей. Несмотря на результат, все предприниматели отмечают, что подобные программы обязательны к участию. Все проекты, которые мы защищали, за исключением одного, получили гранты. Все это реально. Первый был написан в 2021 году. Опыт получили, поняли, что все возможно. И продолжаем, в общем-то, по 3-4 проекта в год пишем. Получаем, развиваемся. Это такая поддержка хорошая для развития бизнеса. Также в этот день свои проекты представили участники программы «Практикоориентированный интенсив профессионального мастерства для самозанятых граждан». Эксперты подчеркнули актуальность всех бизнес-идей и озвучили рекомендации по их улучшению и продвижению. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».